Модернизацию энергетической инфраструктуры и производственного оборудования проводит акционерное общество «Кармет». Компания провела независимый аудит активов и наметила планы развития. На особом контроле производственная безопасность, заверило руководство компании. Накануне на металлургическом комбинате прошла пресс-конференция об итогах работы за 9 месяцев. Для решения проблемы загрязнения экологии «Кармет» намерен подключить металлургический комбинат к природному газу. Для этого в июле начато строительство газопровода. Также запланирована модернизация газоочистных систем на аглопроизводстве. Мы активно работаем над автоматизацией и централизацией ключевых производственных процессов с использованием современных IT-систем. Всем известно, что годами угольный департамент компании работал системой позиционирования только на 2 из 8 шахт, что в значительной степени усложняло работу по обеспечению промышленной безопасности. До конца 2025 года мы совместно с казахстанскими разработчиками введем технологию на все объекты. Это позволит в режиме реального времени следить не только за всевозможными датчиками, но в первую очередь наблюдать под землей за состоянием каждого работника. Компания планирует установить новые коксовые батареи, отремонтировать конвертеры и основные металлургические агрегаты. Открыта новая центральная диспетчерская для мониторинга безопасности на шахтах. По словам специалистов, видеосвязь с горняками будет даже на глубине 800 метров. Также на предприятии внедряется система мониторинга и управления энергопотреблением. А восстановление в городе трамвайного сообщения стало настоящим подарком для темиртаусцев. Стали развитие углехимии, что на сегодняшний день является одним из приоритетных отраслей в Республике Казахстан, уделяется очень большое внимание этому направлению. Также мы рассматриваем внедрение технологий по переработке отходов. Как вы знаете, за историческую деятельность «Кармет-комбината» накоплены колоссальные объемы отходов, которые необходимо перерабатывать и утилизировать. Также нами предусмотрены значительные инвестиции в развитие моногородов в территории наших присутствия. «Кармет» является одним из системообразующих предприятий Казахстана. За 9 месяцев этого года производство стали выросло на 14%, а добыча угля повысилась на 2%. Объем производства концентрата вырос на 17%. В мае «Кармет» показал лучший результат производства за последние 5 лет. Выпустили 330 тысяч тонн стали за один месяц. Продукция компании востребована не только в Казахстане, но и в странах Центральной Азии, ЕАЭС, на Ближнем Востоке и Африке. Айя Мамрина, Эрки Буламбекхожин, Роман Копылов, телеканал СРРК.